сегодня мы снимаем клип на мою песню, которая называется «Заведимой пульс». Вот сейчас уже третья локация. Снимали сегодня в минус 19 на крыше. Я был почти в одной футболке и в кожанке, и было нереально просто холодно. Когда мне мама говорила, все это пустое, и только истинные ценности чего-то стоят. И все это за кулисы одного театра. И если режиссера нет, нет пути обратно. Но я не понимал всей глубины тех слов, не понимал, что в этом мире есть любовь. Есть вещи, о которых просто нужно знать, и есть мгновение, чтобы человеком стать. В этой сцене я жду звонка от продюсеров, которым я принес свою работу. Звонка, конечно же, не приходит, точнее, я его не получаю. Я беру камеру и беру просто все в свои руки. Я сажусь, снимаю себя, выкладываю на YouTube, просыпаюсь и вижу то, что у меня просто миллионы просмотров. В принципе, так и есть и в моей реальной жизни, когда я выложил клип «Любовь в сети» на YouTube и там за пару дней бабахнул миллион просмотров. Так что все из жизни. Загляни в меня и дотронься рукой. Я с тобой, я с тобой, я с тобой. Ты и я. Песня хорошая, ждите клип.